Добрый день, уважаемые зрители. Мы рады вас приветствовать в нашей новой студии. С этим было связано, в принципе, и то, что мы не выходили в эфир на прошлой неделе. Но теперь, слава богу, у нас все устаканилось. И вот из новой студии мы ведем свои аналитические обзоры. Традиционный, еженедельный традиционный аналитический обзор. Мы начинаем с того, что подводим итоги. Теперь получается уже двух недель. И, соответственно, рассматриваем, какие будут у нас варианты и возможности на этой неделе. На этой неделе, в принципе, начнем с будущего. На этой неделе будет ряд интересных событий. В первую очередь, понятно, что это встреча руководителей стран БРИК, которая пройдет в Дели в конце недели. Соответственно, там будет много интересного, что может повлиять, в принципе, на котировки не только российские, но и вообще мировые. Также на этой неделе ожидается ряд интересных конференций и заседаний. В первую очередь это может повлиять на котировки отдельных отраслей. Речь идет о заседании, соответственно, которое будет связано с тарифами для энергокомпаний. Соответственно, это может повлиять на котировки энергокомпаний. В принципе, сегодня мы уже это видели. Некое позитивное движение в ожидании, видимо, каких-либо слов положительных, которые может произнести власть придержащая и поддержать этим энергокомпании. Второе, это то, что в конце недели также будет заседание, связанное с угольной отраслью, на котором вполне возможно будет присутствовать господин Зубков, вице-премьер нашего правительства, и, соответственно, там тоже вполне возможно что-то положительное будет для угольщиков произнесено. Также остается достаточно сложный внешний фон. В январе месяце мы прогнозировали, что ситуация, в принципе, может развиваться весьма нестандартно, и что прямая атака Соединенными Штатами на Иран будет в первую очередь очень сильно подготовлена. Соответственно, вся та интрига, которая сейчас закручивается вокруг Сирии, это в первую очередь связано именно с тем, что Сирия является ближайшим союзником Ирана, и, соответственно, дабы исключить ее влияние на ситуацию, сейчас идет там массированная обработка сирийского руководства, и пытаются разыграть такой же сценарий, который, в принципе, уже был отыгран, и, в принципе, отыгран нормально с их точки зрения. Я говорю о сценариях, которые были реализованы в Ливии, в Египте, в других странах арабской весны. Также мы говорили о том, что, в принципе, мы ожидаем также усложнения ситуации в Ливане. Первые признаки уже появились. Прямой бенефициарий, естественно, от всего этого Израиль. И еврейское лобби, скорее всего, активно проталкивает, лоббирует именно попытку отодвинуть угрозы от своих границ. А в идеале вообще, в принципе, изменить всю ситуацию на Ближнем Востоке в свою сторону. То есть выйти из той изоляции, в которой она оказалась, в принципе, еврейская страна. И, соответственно, в большей степени решить раз и навсегда все проблемы, которые у них связаны и с сирийскими голландскими высотами, и, соответственно, с ливанскую проблему, ну и, соответственно, отвлечь внимание общественности от той ситуации, что, в принципе, в Палестине они до сих пор так и остались, этот момент до конца не разрешен, то есть Палестина не получила никакого определенного своего статуса как независимое государство и по-прежнему является фактически автономией государства Израиль. Вот. Но, в общем и в целом, на рынке пока реагируют на всю эту ситуацию положительно с точки зрения того, что приходят весьма неплохие положительные новости с рынков, уже непосредственно Соединенных Штатов, то есть там по-прежнему уменьшается безработица, появились уже положительные отзывы и со стороны ФРС, что, в принципе, говорят о том, что все будет достаточно неплохо. И, соответственно, мы наблюдали именно эту картину и именно воздействие вот эти последние две недели, что по рынкам прошла техническая коррекция. Мы говорили, что такой вариант вполне возможен. Он, в принципе, и произошел. Вот.
И эта техническая коррекция позволила в какой-то степени разгрузить рынки. И те, кто хотел, в принципе, зайти по более дешевому уровню, по более дешевым ценам, такая возможность игрокам была предоставлена. Ну а теперь более подробно о тех изменениях, которые произошли, и, соответственно, о тех идеях, которые у нас есть. Итак, традиционно начинаем с пары евро-доллар. Две недели назад мы говорили о том, что в принципе возможна коррекция на этой паре, и говорили о том, что целями коррекции, которые обозначены у нас на графиках, соответственно, красной линией, является уровень 1.29-1.30. Пара сходила именно в этот диапазон, после чего пара евро-доллар развернулась и сейчас пытается снова вернуться к своему уровню в 1.35. Такой сценарий мы не исключаем. Более того, мы считаем, что это та граница и тот уровень, к которому пара будет стремиться в ближайшее время, если никаких-то глобальных изменений не произойдет. В принципе, за это говорит и техника. Как хорошо видно из графика, более медленная скользящая средняя 50-дневная, которая обозначена на графике красным цветом, начинает подтягиваться к более быстрой 50-дневной, начинает подтягиваться к более медленной 100-дневной. В принципе, при пересечении будет окончательный сигнал на то, что в долгосрочном тренде пара начинает свое движение к более высшим точкам. Соответственно, ситуация также развивается, и один из этих признаков именно то, что, видимо, пара так хорошо торгуется, это ситуация, которая развивается на рынке американском. В своем прогнозе две недели мы назад как раз говорили, что, в принципе, если бумага достигнет уровня 1410, то оттуда, скорее всего, произойдет некое коррекционное движение. Более того, мы говорили о том, что целями коррекции будет уровень 1375-1380, что, в принципе, мы и наблюдали. Сейчас индекс стремится расти. Соответственно, пока движение это будет продолжаться, мы считаем, что данное движение с некими именно коррекционными техническими отскоками будет двигаться к уровню в 1440. И мы считаем, что это ближайшая цель, которая на сегодняшний момент обозначилась на индексе S&P. Соответственно, хорошо видно, что от данного уровня опять возможны какие-то сюрпризы. Это был максимум, соответственно, 2008 года, именно отскок ближайший после падения 2007 и начала 2008 года, то есть весенний-летний отскок, он был как раз до уровня 1440. В принципе, если ситуация не будет меняться, мы считаем, что в ближайшее время единственным поводом для осуществления нормальной, хорошей коррекции на американском рынке может стать апрельская отчетность, которая может выйти, допустим, слабее ожиданий. И тогда, в принципе, мы считаем, что, опять же, если к тому времени индекс успеет достичь уровня 1440, то целями коррекции станут уровни, которые были и сейчас. То есть это порядка 1370-1380 по индексу S&P. В случае, если ситуация начнет ухудшаться и, соответственно, индекс пойдет в более глубокую коррекцию, то такой целью становится уровень 1280-1300 по индексу S&P, соответственно. Не отстает в своем росте и локомотив европейской экономики Германия. Соответственно, уровень DAX также, в принципе, совершил техническую коррекцию, то есть сходил в район той отметки, которую он до этого, как мы предполагали и считали, что это в принципе достижимо, говорили об этом еще с конца прошлого, начала этого года, что уровень 7000 будет преодолен, что в принципе и произошло, индекс ходил даже намного выше, то есть почти 7200.
Вот, после чего он сходил в коррекцию и сходил как раз на уровень 7000. Теперь, как тоже опять же хорошо видно из графика, ближайшей целью уровня становится порядка 7300-7400 для данного индекса. Но при этом мы считаем, что в принципе при выходе негативных новостей, понятно, что опять же будет в ближайшем поддержка уровня в 7000 по данному индексу, но мы считаем, что все-таки коррекция будет на европейских площадках, может быть более глубокой, и ждем, что в принципе DAX может сходить и в район 6600-6700 по своим значениям. Соответственно, для нашего рынка и для всего остального мира нефтегазовых компаний наиболее значимым является, соответственно, поведение нефти. Мы традиционно рассматриваем нефть сорта Brent, потому что к ней привязана наша российская нефть марки Urals, к ее котировкам. Соответственно, нефть держится возле своих максимумов. Как мы и говорили, это верхняя граница. Пока, по крайней мере, мы не снимаем своего прогноза, что это верхняя граница диапазона. Порядка 126-130 по значениям данного фьючерса, да, нефтяного на Brent. Вот. Но по-прежнему считаем, что в случае негативного развития ситуации котировки могут дойти до уровня порядка 118. И, в принципе, также по-прежнему мы не снимаем своего нижнего диапазона данного коридора, в котором, как мы считаем, может находиться нефть еще достаточное время, то это порядка $110 за баррель. Понятно, что при таких ценах на нефть и, в принципе, при том общем оптимизме, который присутствует на западных рынках, российские рынки пока, по крайней мере, не валятся, держатся. Хотя, в принципе, мы считаем, что мы незаслуженно обделены вниманием, и наши индексы должны торговаться намного выше. На общей технической коррекции, которая прошла на прошлой неделе, наши индексы благополучно, речь идет, допустим, об индексе РТС, он благополучно сходил на 50% линию от всего падения по Фибоначчи, но пришел уже сверху, фактически от уровня в 61,8 дошел до 50, даже колол этот уровень. Но, как мы уже и говорили, этот уровень является весьма интересным для покупок. И, соответственно, тот, кто воспользовался нашими рекомендациями, я думаю, должны быть по-своему довольны. Переходим непосредственно к бумагам. Начинаем с лидера отрасли. В принципе, газовый монополист «Газпром». Когда он торговался еще в районе 200 рублей, мы говорили о том, что в принципе коррекция в нем должна быть, и коррекция должна быть очень хорошая. «Газпром» нас не разочаровал. В принципе, за 3 дня отмахал все то, что он сделал фактически с начала года, и вернулся на уровне 180 рублей за акцию. С чем это связано? По-прежнему считаем, что в принципе к нашим рынкам, к российскому рынку и к акциям наших российских предприятий по-прежнему есть некая, не то что отрицательное, скорее даже недооценивающее внимание со стороны западных инвесторов. С чем это связано? Мы считаем, что ожидание той коррекции, которая будет на западных площадках, пока не позволяет российским игрокам особо сильно разгоняться наверх. Вот. А западным игрокам не дают возможности пока еще, наверное, войти в рынок. Поэтому мы считаем, что в принципе то, что произошло, оно все-таки давало и дает по-прежнему неплохую возможность в среднесрочной перспективе, потому что мы для себя определили уровень в 180-179 рублей за акцию для данной бумаги как интересный уровень для покупок. Он соответствует 38,2 по Фибоначчи, как это видно от последнего такого крупного падения, которое было с прошлого года, соответственно.
Вот. И от уровня, когда «Газпром» двигался от уровня в районе 250, ходил до 140 в октябре месяце. Вот. И, в принципе, видно очень хорошо, и на графике это хорошо видно, что «Газпром» сейчас пытается удержать именно 38,2 по Фибоначчи. Мы считаем, что такой уровень вполне возможен, что они его постараются, по крайней мере, удержать. И сохраняем положительный прогноз. Мы считаем, что в ближайшее время, особенно с расчетом того, что все-таки что-то типа дивидендного ралли должно быть, и газовый монополист еще себя покажет с лучшей стороны, ждем возвращения цены в район 195-200 рублей. Соответственно, вторая бумага, которую мы тоже очень любим и которую мы считаем, что по-прежнему она до конца не реализовала ни свой потенциал, ни всего остального, и которая, в принципе, торгуется абсолютно похоже на «Газпром». И тоже, как видно хорошо из графика, она также от своего последнего падения сходила на уровень 38,2, и тоже сверху. Ну вот, упав с уровня 236, соответственно, 235 бумага сходила на 212, 210, где сейчас и находится. Вот, мы считаем, что в принципе в бумаге еще возможно движение до уровня 200 рублей, поэтому на графиках, это я подчеркиваю, на всех графиках зеленым у нас выделены горизонтальные линии, это уровни, которые мы считаем интересными для покупок, и, соответственно, красным это те цели, по которым мы видим по данным бумагам. То есть, если говорить конкретно за Роснефть, то мы считаем, что хорошим уровнем для входа в бумагу будет уровень, соответственно, 200 рублей. После того, если она не удержится все-таки на 210 и пробьет это все и пойдет ниже, то следующим уровнем становится порядка 200 рублей. Вот. И, соответственно, целью мы считаем, что ближайший, даже от этих уровней, мы считаем, что это будет район 236-240 рублей за акцию. Также среди нефтегазового сектора мы выделяем акции Татнефти. Мы неоднократно ее рекомендовали в прошлом году и в этом году, рекомендовали в покупку от уровня в 175. В принципе, мы видели, что бумага может, по крайней мере, повторить или даже обновить свои максимумы, что, в принципе, она и сделала. То есть бумага очень хорошая с точки зрения того, что внятный менеджмент, внятная компания, где все достаточно понятно, и западные инвесторы ее, в принципе, любят. Вот. Мы считаем, что бумага неплохая, но сейчас она стоит очень достаточно дорого. В принципе, что Татнефть, что Новатэк, еще одна нами любимая бумага на сегодняшний момент, не так интересно, наверное, для покупок. Надо дождаться все-таки какого-то коррекционного движения и пытаться бумагу взять пониже. Мы считаем, что для Татнефти таким уровнем может быть уровень 180 рублей, 180-184 рубля за акцию. Теперь о банках. Нашу любовь мы никогда не скрывали. Мы говорили о том, что мы считаем, что сберегательный банк и является очень хорошей бумагой. В нем есть идея. И, в принципе, те, кто воспользовался нашей рекомендацией, а мы говорили, что, в принципе, если Сбербанк пойдет в коррекцию, то максимум по обычным акциям он может дойти до уровня 95-96, что, в принципе, он и сделал. Те, кто воспользовался этой рекомендацией и покупал данную бумагу в четверг, пятницу прошлой недели, должны быть на сегодняшний момент весьма довольны. Бумага уже преодолела 100 рублей. И, в принципе, мы думаем, что в ближайшее время ей вполне по силам сходить, не только повторив максимумы, которые она показала в этом месяце, но вполне возможно все-таки сходить и повыше, в район 120 рублей. Я думаю, что все-таки идея того, что бумага будет выходить на приватизацию, она давлеет над дубами, и тот уровень, который обозначил в 100 рублей, он будет также весьма
интересен, и бумага какое-то время как минимум будет торговаться, как мы считаем, в этом диапазоне между 95 и порядка 110 рублей за акцию. Хотя мы опять же считаем, что бумаги вполне по силу сходить и выше. С этой точки зрения для нас, мы опять же не скрывали, что для нас более интересным является акции Сбербанка привилегированного, потому что в нем, кроме того, что существует сама идея самого Сбербанка, существует еще своя внутренняя идея, что вполне возможно бумаги сойдутся в цене в определенный момент, и вполне возможно, что по крайней мере тот спред, который будет между ними, он будет сужаться. Те, кто опять же воспользовался нашими рекомендациями, мы говорили, что бумага может сходить в диапазон при коррекции 75-76, что ее там надо подбирать. Те, кто воспользовался этой рекомендацией, молодцы, то есть все хорошо. Сегодня бумага растет на растущих объемах, и в принципе есть возможность даже сегодня ее покупать, так как мы видим цель у нее намного выше. Мы думаем, что она обновит те максимумы, которые у нее были. И, соответственно, легко преодолеет уровень 83-84 рубля. Металлурги. Среди металлургических компаний на сегодняшний момент существует много разных вариаций. Более того, металлургические компании, как наиболее зависимые от внешних рынков, в первую очередь, так уж сложилось исторически, что мы очень много поставляем в Китай металла, а в Китае идет замедление по последним данным. В принципе, все то, что с этим связано, ну и как бы экономика Европы тоже пока с Америкой не особо как бы оживает, да, кроме как безработицы, остальные индикаторы у них хоть и растут, но не такими темпами, как хотелось бы. То есть экономика, конечно, восстанавливается в Америке, но намного более низкими темпами, чем мы хотели бы. И не только мы, видимо, но и американцы тоже. Вот. Соответственно, все это отражается на ценах на наших металлургических компаниях. Но исходя из того, что мы видим, мы считаем, что все-таки акции того же Норильского никеля, горно-металлургической компании, на сегодняшний момент незаслуженно обижены. И мы считаем, что тот уровень, который она дает на сегодняшний момент, то есть 5300-5400, это интересный уровень для покупок. В принципе, здесь, конечно же, опять же, видно хорошо очень из технической картинки, что необходимо держать стопы достаточно близкие. Вот. В связи с тем, что бумагу легко может кинуть и еще на 5 до 5000. Поэтому мы рекомендуем тем игрокам, которые готовы покупать данную бумагу, а цель мы по ней как бы свою не отменяем, как мы говорили, и в принципе бумага достигала этой цели, мы говорили, что она ей по силам достичь 6000 рублей, и почти мы там были. Вот. Соответственно, мы считаем по-прежнему, что это возможно. И как легко она сюда улетела на 5300, в принципе, мы считаем, что она также легко, буквально за 2-3 дня, при нормальном раскладе, может вернуться опять же к тем же 6000. Поэтому мы рекомендуем бумагу аккуратненько подбирать. Возможно, пока небольшими объемами, только в случае изменения конъюнктуры рынка. Соответственно, садиться в паровоз и спокойно доезжать до этого уровня. Из наших других, соответственно, бумаг, которые мы также любим и которые аккуратно всегда смотрим, из металлургического сектора мы выделяем, соответственно, Северсталь. Вот. Северсталь на сегодня также, в принципе, вся та же картина, то есть ее хорошо видно, они весьма похожи, что у Норильского никеля, что у Северстали. И Северсталь на сегодняшний момент торгуется в районе 410-415 рублей за одну акцию. Мы неоднократно говорили, что наиболее, наверное, интересным и более сильным уровнем для Северстали является уровень в 400 рублей. Поэтому бумага, в принципе, конечно же, может сходить в тот диапазон. Но, по крайней мере, в последнее время акции Северстали, видно, что в ней присутствует некая покупка, ее потихоньку собирают. И опять же, мы считаем, что в случае улучшения внешней ситуации на внешних рынках,
Северсталь будет одним из локомотивов, они быстренько вспомнят, и та цель, которую мы для нее ставили в районе 460 рублей, она вполне достижима. То есть мы считаем, что при хорошем развитии ситуации акции Северстали могут дать как минимум 10% роста. Соответственно, снизу мы видим фактически очень похожую ситуацию, те же похожие круглые цифры. То есть мы считаем, что акции Северстали могут, конечно же, сходить в диапазон 400 рублей, но я думаю, что там также будут ее встречать активно достаточно. Вот. Поэтому тем игрокам, которые на сегодня готовы рисковать и покупать Северсталь, мы рекомендуем ставить достаточно такие близкие стопы. Опять же, из графика хорошо видно, что Северсталь, в принципе, может очень хорошо торговаться, и в принципе она может сделать то, о чем мы с вами говорим. Вот. Кроме Северстали, у нас есть еще одна бумага, которую мы также очень часто рассматривали в своих прогнозах. Это акции угольной компании «Распадская». Как раз та новость, которая вполне возможно будет разыграна на основе последних решений. То есть мы говорили с вами о том, что вполне возможно, что в ближайшее время на заседании, там, в котором примет участие господин Зубков, игроки, видимо, эту новость уже восприняли, поэтому на графике хорошо видно, что Северсталь, ударившись о свои там скользящие средние, соответственно, сейчас пытается отскочить, и бумага сейчас торгуется выше уровня в 114 рублей. В принципе, уровень 111, 110, 112, 114 мы считаем уровнем хорошим для покупок. Вообще, по данной бумаге, наш прогноз, что она может достичь уровня 140 рублей. Но на нее, конечно, воздействуют в первую очередь внутренние идеи, которые существуют в Распадской. И, соответственно, мы думаем, что, по крайней мере, ближайшей целью все же будет уровень 130 и попытка закрыть гэп, который остался еще с осени прошлого года в районе как раз этой цены 129-130. То есть мы считаем, что вот как раз Распадская на новостях, если эти новости будут хорошие и положительные, она может сходить туда, в этот диапазон. Поэтому тем, кто готов рискнуть под эту идею, рекомендуем ее сегодня-завтра к покупке. Можете ее покупать и, соответственно, смотреть. Вообще, более, естественно, интересным уровнем, и, как мы уже говорили, мы обозначаем его всегда там зеленым цветом, это уровень 106-108 рублей за акцию. Но, к сожалению, пока она туда не идет. Поэтому мы ее сегодня и в пятницу покупали на уровне 114 рублей. Готовы рискнуть именно под то, что некие новости по ней хорошие могут повлиять на котировки этой бумаги. Среди энергетических бумаг много различных интересных идей. Вот, наиболее любимая нами бумага пока не все оправдывает те надежды, которые у нас существуют, но опять же, она, по крайней мере, нас не разочаровывает с точки зрения того, что дает возможность зайти в очередной раз, зайти и купить ее подешевле. Я говорю об акции «Хрусгидро», которую мы, в принципе, покупали как раз на уровне рубль 10 и, соответственно, в районе рубль 20, после того, как мы поняли, что бумага, в принципе, пока не готова идти хотя бы к рубль 30, мы там позиции прикрывали, и на рубль 10 мы их снова откупали, снова восстанавливали эти позиции вчера и позавчера, в пятницу, соответственно, и сегодня мы добавлялись в районе рубль 11. Вот, мы все-таки ждем. И опять же, что в ближайшее время одно из заседаний, которое состоится на этой неделе, которое будет посвящено проблемам энергетического сектора, вполне возможно, что-то интересное там будет сказано. И мы очень надеемся, что бумага все же наконец-то оживет и начнет двигаться в тот диапазон, который мы от него ждали и ждем. Поэтому мы рекомендуем все-таки
на этих уровнях долгосрочно особенно эту бумагу брать, потому что потенциал роста в ней хороший. Из тех бумаг, которые также мы для себя отмечали, всегда говорили, что бумага неплохая, но при этом с ней надо вести себя весьма аккуратно. Это бумаги Уральского калия. Соответственно, как хорошо видно на графике, и мы, рекомендовав его в феврале к покупке, говорили о том, что в районе 240 мы будем продавать его, фиксировать, что мы, в принципе, и сделали. Вот. И в последнем своем прогнозе, который выходил 2 недели назад, мы говорили о том, что мы пока еще держим, но держим с близким стопом. В районе 235 мы по стопам выходили из данной бумаги, и в районе 220 мы возобновили покупки, считая, что данная бумага еще может себя показать. Хотя, в принципе, технически выглядит, конечно, картинка не очень симпатично, но мы считаем, что, в принципе, опять же, подбирая бумагу на 220, мы не особо рискуем с точки зрения того, что мы считаем, что бумага, конечно, может сходить в район 200-210 рублей за акцию, но продав ее по стопам в районе там 218, мы с удовольствием снова будем ее подбирать именно на уровне 200-210. Пока же мы продолжаем ее держать и также считаем, что целью по ней является уровень 240 рублей. На графике это вот коридор, который выделен фиолетовым цветом. Вот, как видно хорошо из графика, мы сейчас фактически в середине данного диапазона. Но при этом, что хорошо, бумага на данном уровне 225-227, там 223, она пытается удержать уровень 38,2 по Фибоначчи, опять же, от последнего падения, которое было, начиная там с сентября и, соответственно, до октября прошлого года. И бумага, о которой мы с вами говорили, которая, к сожалению, пока не выполнила того, что мы от нее хотим и ждем. Это бумага, соответственно, компании, также связанной с удобрениями, компании «Акрон». Вот, в принципе, мы все-таки, потеряв немного в данной бумаге по стопам, мы выходили в районе 1400 из нее. Соответственно, на уровне в 1220, опять же, в пятницу мы начинали восстанавливать позиции 1220-1250. В этом диапазоне мы начинали ее снова подбирать. Опять же, считаю, что бумага, если исходит, что она сходит не очень далеко. Как видно из нашего графика, таким уровнем может быть уровень 1180. И, соответственно, тем, кто готов был рисковать, мы сейчас, в принципе, считаем, что бумага незаслуженно обижена и что с уровня в 1250-1240 она легко может сходить на тот же уровень, там, в 1300-1350. Вообще целью по данной бумаге мы сохраняем в районе 1420-1450 за одну акцию. Из тех бумаг, которые оправдали все наши ожидания и все наши прогнозы, это компания Solers. Как хорошо видно, опять же, из графика, данная бумага просто замечательно себя повела. Уровень, который мы рекомендовали своим клиентам и покупали на этом уровне, это уровень начала марта, порядка 400-410 рублей. Более того, могу напомнить, что мы ее рекомендовали, начиная с января месяца и с уровня в 300 рублей. Те, кто, в принципе, сумел удержать и именно брал долгосрочную, они, в принципе, были весьма, наверное, довольны и могли продать, в принципе, эту бумагу. И сейчас могут продать в районе 500 рублей. Даже те, кто мог купить по 400 рублей, они по-прежнему могут легко заработать и легко заработали в ней порядка 20% фактически за неделю. Но мы считаем, что потенциал у данной бумаги, по крайней мере на сегодняшний момент, ограничен ближайшей целью именно в 500, там 10, 520, 530 рублей. А вообще целью, мы считаем, все-таки по данной бумаге является уровень в 600 рублей. Но пока все-таки тем, кто купил достаточно низко данную бумагу, рекомендуем ее держать, частично закрывая позиции в районе там 500-520 рублей. Вот.
тем же, кто, соответственно, пока не сформировал позицию. В принципе, возможно, надо подождать. Может быть, бумага все-таки сходит в уровень 450-460 рублей, как она, в принципе, сделала буквально в два, даже в один заход, упав за один день порядка 8-9%. Мы считаем, что как раз с уровня 500 кто-то предпочел зафиксировать ту прибыль, которая у него была, но потенциал роста фундаментально в бумаге неплохой, поэтому есть смысл его все-таки поддержать или попробовать поймать где-то на каких-то там глобальных уровнях. Есть еще такая акция, как Аэрофлот. Тем, кто внимательно следит за нашими прогнозами, мы говорили, что, в принципе, бумага хорошая. Мы говорили о том, что в районе 50 рублей мы ее будем с удовольствием покупать, когда она там сходила с этого уровня на 56. Мы покупали ее на 50 рублях, на 49 благополучно с близким стопом вылетали из нее и возобновили покупки от уровня в 45-46 рублей. Ну, там 45 нам не получилось взять, мы взяли в районе 46 рублей. Сейчас держим эту позицию, считая, что, в принципе, мы с вами рассматривали именно такой вариант, что она в район 45-46 рублей может сходить, потому что у нее оставался там незакрытый гэп от прошлого года. Бумага благополучно ее закрыла, этот гэп, и мы, в принципе, считаем, что акциям данной компании сейчас ничто не мешает снова повторить те подвиги, которые были, и мы, соответственно, считаем, что целями роста по данной бумаге в случае нормального хорошего развития событий может быть уровень 55-56 рублей за акцию. В принципе, из тех бумаг, которые мы рекомендовали и которые рассматривали, осталась только бумага, которую, опять же, у нас была в рекомендациях, и мы говорили, что она бумага неплохая, ее надо брать. В связи с тем, что в ней существует внутренняя идея, речь была об акциях КАМАЗа. КАМАЗ не подвел нас ни в январе, ни в феврале, и, в принципе, даже в марте он оправдал все наши надежды, когда покупали его по 44 и спокойно по 50 рублей могли из данной бумаги выйти. Вообще мы считаем, что, в принципе, если КАМАЗ еще раз ходит в район 40 рублей, его с удовольствием там подберем. Пока же у нас КАМАЗ есть по 45 рублей, мы его держим. Вот, считаю, что целями по данной бумаге будет как минимум порядка 60 рублей за акцию. Поэтому игрокам рекомендуем обратить на нее внимание, особенно после того, как прошла информация о том, что Mercedes разрешили все-таки там довести пакет до блокирующего, а в последующем и до контрольного. Поэтому, в принципе, мы считаем, что потенциал у бумаги есть, и бумага неплохая, и в случае развития внутреннего и внешнего рынка КАМАЗ вполне конкурентно способный автомобиль. С учетом мерседесовских технологий акция может стоить и много больше. Поэтому в долгосрочной перспективе рекомендуем игрокам обратить внимание на эту бумагу. Вот, в принципе, все идеи, которые существуют на сегодняшний момент у нас. Мы считаем, что в ближайшее время рынок будет достаточно интересен. По-прежнему мы считаем, что пока западные рынки не совершили даже большей части той технической коррекции, от которой мы от них ждем, поводов для данной технической коррекции остается все меньше и меньше. Впереди через буквально 2 недели начинается сезон отчетности, и таким поводом как раз может стать именно апрельская отчетность и, соответственно, в последующем достаточно усложненная, допустим, ситуация с теми же выборами во Франции, которые повлияют, естественно, на европейские котировки. Та же, допустим, более слабая отчетность американских рынков. Ну и, соответственно, месяц май, который традиционно является не самым простым для мировых рынков, и, соответственно, для нас это будет понятно, что закончатся уже все дивидендные ралли, и, в принципе, там вполне возможно именно апрель-май мы можем ожидать того, что начнется все-таки полноценная коррекция, которая даст возможность тем игрокам, которые не успели еще войти на хороших уровнях, прикупить в средней долгосрочной перспективе эти бумаги. Я в первую очередь говорю о фондах и о тех, соответственно, структурах, которые играют не внутри дня, а на более долгий период. Всем удачных торгов. До свидания.